Ребята, приветствую вас в сериале «Вени Види Вичи». Сегодня день щуши забрали. Праздник. Сегодня праздник, брат. Сегодня очередная тренировка в спортивном зале Олимпийской деревни. Так что, если желающие есть сегодня потолкаться, прошу всех. Время почти полтретьего. Сила. Эчмиадзин сила. Сусарки сила. Вот с ним у меня уже вопросов нет. Он уже свой. Подготовка идет полным ходом. Специально прилетел в Москву потренироваться. Опыта чуть набрать перед 17 мая. Так что все по плану идет, подготовка. Скоро будет очень жарко. Ос! С тобой нормально, так аккуратно будет. С тобой? А я что плохого сделал? Ломать буду, ломать. Физически сильный я. Духом тоже. Мигра маэстро рутина. Давай, пустышка. Комментарии там люди пишут, он будет болевые делать, я удушающий. Сколько? Я говорю, если проиграть, драться начнет, смотрите. Лучше у него не выигрывать. Сам действующий чемпион мира и Европы мотивирует. Пока держимся. Сейчас второй период посмотрим, что будет. Видишь, все виноваты меня делают. Боятся со мной бороться. Ты же потом в МА перейдете? Как? Потом в МА же пойдешь? Ну, планирую, да. У тебя какой вес? 62? Вообще? 57. Не, 61, наверное. 67. Не, 57. Не, при правильной сгонке можно и 57 сделать. Ну, да, потому что там же... Как бойцы гоняют, в принципе, у меня вес 64. Да и рост для 57, да. 57 просто дивизион такой немного скучноватый. Как? 57 скучноватый просто. Ну вот надо разбавить. Ну да, надо его. Не факт, что борьба разбавит. Да, кто сказал, что я бороться буду? Может, у меня откроются таланты новые, кто знает. Бывает же такая. Борцы выходят, думают, сейчас бороться будет. Он тэп колхоза дал, попал и все, списал человек. Ну если возьмет человек меня, прикалывался сейчас серьезно вообще. Я уже понял. Сейчас интереснее стало, чем раньше. Сейчас я покажу мастер-класс. Занимайтесь сюда, отвечаю. Да, не, занимайтесь борьбой, Игорь Каримский. Станьте олимпийским чемпионом, переходите в ММА. Твое здоровье. На свою победу.
Сейчас с Миграном борьбу вспомнит, Мигран, вместо поработал. Потом будем через годик-полтора работать по его специфике. Ты всех нас сделал зависимость от тебя. Когда же будет это? Когда же будет? Захват беру, не снимал, потом снимал. Захват не дам. В смысле не дам? 90 килограмм весь. Тут 90 килограмм. 60 ровно. Да, не, 67. Не, вчера 70 он весил. Не, одну руку здесь, да? Да, брат, нет. Плюс 9 килограммов. Вообще как стоять? Вообще сбоку, бля. Вообще? У вас как хочешь сбоку? По правилам? Да. Тогда выпрями ноги, да. Руки поставь. Да. И поехали. Поехали. Ну, что за остальной тип? Два балла предупреждаю. Какие два балла? Брат, ну ты руку держишь. Посмотри, что он делает. Говорит, ничего нет, руку держи. Отпусти руку, братишка. Три секунды он будет лежать. Чего он смотрит? Ногу закрыл. Что здесь, братишка? Зацеп! Какой зацеп? Ты на пят должен делать, а не за голову. Один раз. Ну потом поработаем. Ах ты хитрый. У меня просто тренировка сейчас. Серьезно. Потом после, брат, искупаюсь. Потом поработаем. Я считаю так. В его весе весом выше. Ну, может, и даже два. Нет сомнений. У любого, у кого он возьмет захват, шансов очень мало. Ты понял, где ты расслаблен? Шустрый. Он дает, брат. Показал вперед, сделал назад. По-армянски. Здоровый вообще тебя не хватит. Ты меня? Да. Я не сомневаюсь, да. Накат не делай, просто захват возьми. Да ты чё, у него блок захват. Всё. Братик! Как защищаться? Я так стал. Ты лучше кувыркни. Смысла нету защищаться. Да, да, ноги. Смотрите. Ещё. Брат, это ты не дзюдо, Это рестлинг, брат. В рестлинге же такие темы. Вот не работаешь две недели, месяц. Вот как новичок выходишь, двигаешься, не понимаешь сам, какие движения делать. Ну это ты профессионал делаешь так, брат. А вот другой чуть-чуть, когда чуть-чуть, ну даже просто, ну на уровне мастера спорта, да, скажем. А, меня травмируют они все. Вот, например, ну вот Ферди, он же не чувствует, как надо делать. Ну вот этот? Он даже берет... Ты про него говоришь? Куда я парень? Брат, ты откуда, блин? Очень легко травмироваться, потому что все мягкое, все, знаешь. Ну чуть надо, да. Степа, ну я... Сейчас вот знаешь, как... Сейчас наверху пойдет. Вот просто. А, он сейчас отправит. Ты что здесь делаешь? Ты что здесь... Кто-то прошел этот путь уже. Вот сейчас я его обратно чуть затягиваю, чтобы Токио там решить вопрос один надо. Уже затянул. Да. В Токио надо там вопрос один. Поставить точку. Все, и потом смело переходить. Ты да, папе? Брат, может и вместе сразу встать на качу двоих. Занимайтесь спортом, трудитесь,
достигайте всех своих целей, и все будет у вас прекрасно. Ведь спорт — это жизнь, спорт — это движение. Так что не сидите дома, а пашите. Достигните своих результатов, потом можете себе позволить очень многого. Kütük kütük tabii ki. Ne zaman kütük adam durumunu